Лаура, скажи мне, пожалуйста, что для тебя такое, когда все хорошо? Что это значит? Компьютер. Это значит все хорошо, да? Да. А еще что хорошо? Просто няня дома. Няня дома, это тоже хорошо, да? Да. Еще что хорошо для тебя? Для меня и компьютер, и воды, и еще хорошо для меня. А мама дома, это хорошо? Да. Давай, вспоминай, что еще хорошо? Хорошо. Когда все дома, это хорошо, да? Да. Молодец. Все, говори всем пока.